Ой, ну классно же, Петь, посмотри вокруг. Ну классно же. Смотри, красиво же как. Итак, мы его сделали. Финишная черта преодолена. Можно теперь его закрутить веером. Как тебе это теперь? Ну так, сильно не позагорает. Отрывится, да? Да. Прямо, вот тут мы видели, нет, на высшем упаковке, а эти мусульманы. На горку вода набирается. Да, Лиз, там нормально все, чего ты? Знаешь, мне кажется, этот берег одинаковый. Тут что-то или заряд закрыт. Видишь, как кто-то прыгает. А тут не было. Слушай, там мне кажется, тут что-то заряд. Да, рыба что-то. Что? Оно мне не дает. Да, мелко. Ой, красиво, сейчас вот этот огляни. Ух ты, собака. Ну, конечно. Видите, ребята, что рожа, да? Вот бы их поисследовать. Не будешь? Если бы я плавать умел, я бы уже мог плыть впереди его. Я не разберусь, потому что не могу разберусь с солнцем. И мы вчетвером, двое детей с нами в байдарке. И волны такие. Романтично. А что не снимет? Красиво. Рыбки всплывают. Ну, то есть, новые. Всплывают разные, разноцветные. Развлечения вот это. Ну, что с кого-то говорят, что будет очень других рыб там.